I don't want to hide it from you any longer. You don't know the whole truth about your mom's death. I need to tell you what really happened. But there's only one place where I can do it. We'll meet at the address I've sent to you. Only there you'll be able to understand what happened. Chloe. I don't remember Dad talking about that place. What can be so special in that place for him? Так, всем привет. В общем, пробую говорить и играть одновременно. Никогда этим не занимался. Вот решил попробовать. Так, в этой игруле чуть-чуть начало поиграл. Дошел до самого особняка. Ну, в принципе, дальше ничего не пробовал. Так что проходить буду первый раз. Что еще сказать по этому поводу? Ну, средний взял настройки, пока для начала посмотреть. Говорить буду немного, потому что все-таки никогда этим не занимался. Я имею в виду комментирование игр. Ну, поехали. It's been almost 10 years since Mom died. What does Dad mean when he says, I don't know all the truth about her death? Первый раз, когда играл, вот это не заметил. Хорошо. I have to do something. I have to rescue him. Так, ну пока мы не пойдем в особняк,
осмотримся. Вот здесь я тоже в прошлый раз играл. Здесь дальше будет, ну, в принципе, можно будет найти немножко боеприпасов. И вот что мне понравилось, это вот эта вещь. Во. Вообще достаточно мрачная атмосфера, очень приятная. Вроде как и Resident с таким сильным оттенком Silent Hill'а. Так, ну вот как раз патроны к пистолету. Да, буду лазить по всем местам, как и положено в таких играх. Все проверять, все смотреть. Пистолетный патрон. Ага. Было удивительно. Ладно. Ой, этого, кстати, я вначале не видел. Еще одна лестница наверх. Давай посмотрим. Ну, а я, кстати, что-то вообще не замечал, что там наверху есть там. Там то ли картины. Да, я думаю, там картины стоят. Так, ладно, сейчас направо сходим. Пойдем внутрь особняка. Угу. Посмотреть. Закрыто. Мне тут недавно жена объяснила принцип игры вот в эти классики. Забавно. То есть с детства никогда не задумывался. Ну прыгают и прыгают девчонки. А оказывается, там есть своя система.
Если память не ошибает, в первом резиденте, по-моему, как раз под лестницей там тоже открывался потайной вход в лабораторию. И картина, кстати, была. Так, ну это понятно. Ящики под инструменты. Под то, что будет найдено в процессе игры. Так. Ничего не видно. Thank you.
Будет очень смешно, если надо было сначала подойти к двери, прочитать задание, и только после этого что-то обследовать здесь. Ничего подходящего. Так, кошка. Так. Что-то там говорилось про какой-то диван. Посмотри, так. Пока ничего не понятно. Ящик, и все закрыто. Одни лишь книги. Так, это что? Пока ничего не понятно. Кровь туда-сюда. Ключи. Нужны ключи, короче. Ну что у нас есть, где еще можно что посмотреть? Так, а вот здесь вот дверь. Не заметил. Так, ну, типок висит. По карте где-то в углу. О! Оба-на. Угу. Пока очень сильно напоминает прям первый обитель зла. Время обманчиво. Странная записка. Крутить, повертеть нельзя пока. То есть там суть в том, что тоже прям в начале игры тебе надо было идти в левую сторону. Наверху. Нет, надо... единственное, там больше, было больше дверей открыто. Но пока прям очень напоминает. Кстати, даже по графике напоминает. Ремастер первого обителя зла. Так, подожди. Ух ты, ё. А, останется отсутствует, отсутствует. Оп. Наверное, будем искать страницы ходить. Не просто записки, а страницы. С этого дневника.
Так, смотреть тут почему-то нельзя камерой. Ага. Что-то когда увидел вообще эту игрушку, ты решил поиграть в нее. Не прочитал, ну, как правильно называется, аннотация к игре. Потому что вот тигр с кристаллами, с камешками в глазах, тоже был в Резиденте. Может, это такая реинкарнация? И с насекомыми что-то было. Угу. Так, все пока заперто. Ладно, у нас пока еще есть куда пойти. Что там, подожди? А, дневник. Угу. Ух ты, мать твою. Было чуть-чуть страшно. Не так, чтобы совсем, но не ожидалось. Я вот все жду, когда зомби какой-то из-за угла появится. Ну, классика жанра же. Так, дверь мы пока открывать не будем. Посмотрим. Коридор, ага. Вот кровище пошло. Так. Патроны, патроны. Да, вроде бы не идет больше. Так, ага. Что-то тут снизу лежит под дверью, подожди. Это письма адресованные. Ага. Так, опять дверь. Тут что такое? Писем. О, а вот и, ну, пускай не зомби, но мертвяк.
это поездка в Америку. Так, жмурик. Жмурик, трупик. Так, а я понимаю, это полицейский. Ну да. Потому что ну, у копа должен же пистолет быть. Вон он в кобуре висит. Нельзя ничего взять. Использовать нет. Понятно, патрон нельзя использовать. Так, а вот и зеркала, да? Так, что тут за углом? Я думаю, что-то обозначает, не просто так вот написано. Ну вот дочка приперлась. Поговорить. Да. Два. Во втором параграфе опять. Ничего страшного. Мифы Древней Греции это хорошо. Ничего, ничего. Учись тебе полезно. Кто-то там страх темноты, по-моему. Так, здесь вообще куча жмуриков, да? Лучше не смотреть. Ну, давай лучше не будем смотреть. Что-то не идет. Ванночка, слушай, ну пока... Фу, блин. Вот никогда не понимал, зачем в грязную воду лезть. Началось. Чего ты показываешь? Мне тут уже ребенок пришел, наговорил все. Чего? Ну, пойдем. Так, что, короче, прервусь я ненадолго. Дела есть дела. Так, вот ключ мы нашли от кабинета Роберта. Ну, а потом продолжу. После того, как дела сделаю. Так, все, если кто-то будет смотреть, то пока.